А вот и про Крым интересно, как вам вообще вся эта ситуация, которая, ну, то, что называется хэштегом «Крым наш», как вы вообще относитесь к тому, что многие ваши коллеги негативно отнеслись к воссоединению? Ну, во-первых, немногие. Ну, некоторые, скажем так. Я считаю, что единственным источником власти является народ. Его мнение. Оно было высказано на крымском референдуме. Выше этого нет ничего. Хорошо, но ведь многие говорят, что референдум был там под дулами автоматов, бла-бла-бла, вы же эти истории тоже слышали. Я-то был, я недавно вот вернулся с Крыма, я-то знаю, как там на самом деле все было. Неоднократно, да. И ничего подобного. Совершенно верно, да. По поводу референдума не А почему люди повторяют эти вещи? Они хотят в это верить? Ну, вот, очевидно, очевидно, знаете, я не знаю, я не знаю, чем это объяснить. Мне кажется, ну, вот этот либерализм, знаете, вот... Значит, он всегда, это, у него есть такое родовое пятно постоянно, это ненависть ко всему русскому, ко всему российскому. Они антипатриоты по природе, по своей. Вы знаете, вот либерализм, он как любое универсальное движение, он как коммунизм, например. Коммунисты, они тоже не принимали патриотизма такого. Они только советский патриотизм принимали. Они говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вот ты, неважно, какой ты, кореец, там, японец, русский, ты, если пролетарий, ты наш. Наш, да. Либералы так говорят, что вот свобода личности – это примат, выше государства. Вот это, этим они объясняются. А у нас говорят... Прежде думая о родине, а потом о себе. Вот в песнях. Так, вот таков менталитет русского человека. И когда эта, значит, как бы модель сталкивается с жизнью, они всегда проигрывают, либералы, потому что в жизни все не так. В жизни все равно мне мои ближе, мне ближе мои люди, с которыми я живу, и моя история, моя культура. Я никогда не на этот глобализм не соглашусь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».